Дорогие друзья, продолжаем серию прямых трансляций с мини-футбольного поля Дворца спорта «Янтарь». Начинается у нас золотой плей-офф третьего кубка «Спортэк» по мини-футболу среди корпоративных команд компании топливно-энергетического комплекса нашей страны. «Интеррао» и «Россети» сейчас сошлись в личном поединке. «Интеррао» в черной форме. «Россети», они же «Маэск», в форме белого цвета, так что очень символичны даже цвета, которые команды выбрали на эту игру. Вспомним, как выступали два коллектива на групповом этапе у «Интеррао». Ничья 0-0 в матче против «Меридиана Энерго», затем победа 3-0 над «Газпромтрансом» и 3-1 над «Мосэнергосбытом». Итого 7 очков было заработано в группе. У «Россетей» ничья 1-1 с «Газпромэнергохолдингом», ничья 0-0 с командой «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» и 3-0 победа над «Зарубежнефтью». Итого 5 очков, второе место. «Интеррао» идет вместе с линии поля. Быстрая атака «Россетей». Мяч остался в поле. Ну, казалось, что уже мячу некуда деваться, кроме как в ворота. Во второй полуфинальной паре у нас сыграют «Газпромэнергохолдинг» и «Мосэнергосбыт». Полуфинал. Победитель выходит в финальный матч. Проигравший отправляется в матч за третье место. Свежая четверка выходит у «Интеррао». Нашел игрок соперника на положенное расстояние. А было ли касание мяча? Это мне тоже показалось, что не было. Действие четвертого номера «Интеррао», и удар получился неприятный для голкипера. Получает обратно от вратаря. Сети дрожат мячом. Лучше отдать назад, чем вперед. У него пытается сам пойти, но не уверен, поэтому снова передача. И тренер «Россетям» подсказывает еще быстрее действовать, быстрее расставаться с мячом. И потеря все. Не помню, как его. Пять
5 минут сыграно, пока без голов. Очередная позиционная атака Интерау. И довольно просто в оценке передачи прошла. И удар был нанесен. В этот раз Интерау прощает. И фол. Такое игровое столкновение без желтой карточки пока. Умысла на нарушение не было. А нет, все-таки желтые. На него. Отнимают у него мяч. 3 в 3, контратака Интеррао. Накрыли удар. Ну, пытаются сигнализировать сейчас, что это была передача вратарю своего игрока. Нет, там паса не было. Рикошет скорее от своего. Потом мяч вратарь в руки забрал. Момент, удар, мимо. Тяжело было подстроиться. Очень нервная игра получается. Тренер Интеррао подсказывает повыше встречать соперника, чтобы не было таких моментов. Здесь, ну, зачем же здесь спорят игроки и тренер Интеррао? Ну, нарушение очевидное, хорошо, что желтое не показано. Нет, без желтого. Сань, ты в метре встань, 2 метра, Андрюш. Ладно, давай, да, Андрюш. Смотри, туда. Эй, эй, эй. Смотри, Салим, Гарри. Смотри, Салим. Четыре секунды, держи. Не спеши. Лыть, Лего. Пас. Обратный пас. И приходится играть через голкипера. Очередная замена у Интеррао. Свежая четверка вышла. Три в три. Рост сети. Снова ошибка. Но это полуфинал, поэтому волнение, конечно, тоже играет свою роль. Была бы это встреча в группе, а может быть, не ошибались бы так футболисты. Лично обыгран соперник. Последние 30 секунд первого тайма. Пролетели 10 минут стремительно. Просто незаметно. Все только вышли на поле команды. Можно играть. Перерыв при счете 0-0. Thank you.
Второй тайм. Прежде всего у нас встречаются Интер Рао и Россети. Напряженнейший поединок. Уже в первом тайме искры летали над площадкой. Что будет дальше? Ты, кстати, в Аргентине представляешь формат Интер Рао. Не поле будет мяч. Правом фланге никого сейчас не было. Все сосредоточились в центре, поэтому атака завершилась ничем. Первая минута, мяч под контролем у Интер Рао. Россети, в принципе, устраивает игра от обороны. Сережа! Эй! Сережа! Защита! Пошли! Залына работает! Риндерал показывает, что нет, вперед бросать он не будет, сыграл на ближнего. И быстроногие футболисты Россетей спешат вперед. Капитан хорош в отборе. Жестче ставит ногу, тренер подсказывает подопечным. Тренер Россетей. Очень много индивидуальных единоборств. Отсюда и поединок такой эмоциональный получается. И победитель этой пары будет встречаться в финале либо с Газпром Энергохолдингом, либо с Мосэнергосбытом. Точно узнаем после второго полуфинала. Фоул Россетей. Не реализован штрафной, срыв атаки здесь. Зафиксировано нарушение. Там
Третий фол, кстати, у интерраунда, так что увидели выше ворот, опять направлено. Лучше презинговать, советует тренер Россети. Борьба за мяч, защитник выходит победителем. Четвертый фол. А, нет, свободный удар. Значит, без фола. Ага, еще и свободный. В сторону ворот Россетей. Удар в защиту. У него снова неудачно идет дриблинг. Буквально на полметра, поточнее, точно был бы гол. Три с половиной минуты, если счет не будет открыт, мы увидим серию пенальти. Заброс вратаря сразу в чужую штрафную. Вот, пожалуй, самый опасный момент у Россетей. Все во втором тайме так тут. Раунд, мне кажется, подустали уже мячи игру контролировать. Сейчас берут вынужденную паузу. Прям по ходу матча. Габаритный вратарь Интеррау, и сейчас ему помог его рост и размах рук. И выход 1-1. Защитник настигал и настиг. Просто тайм-аут тренер Интеррау. Попробуем подслушать, что он будет подсказывать. Итак, главой от Интеррао. Требовался им тайм-аут для того, чтобы решить, как разыгрывать угловой. Наверное, придумали они что-то иное. Не то, что показали. Но задумка была лучше. Минута чистая еще будет.
Минута и 20 секунд до конца. Есть еще в запасе тайм-аут у Россетей. Если будет стандарт, наверняка тренер возьмет паузу, чтобы обсудить, в общем, и что делать его команде нужно. Мяч отправился на трибуны. В любом случае, сказали бы, что игроки пытаются разбудить болельщиков, но они все во внимании. Игра никого не оставляет равнодушным. Стелятся под мяч защитники. Рядом со штангой весь пролетел. И тайм-аут берет Россети. Известный русский круга. Русская фамилия, не знаю. Матч продолжается. Последние 40 секунд. Все тайм-ауты использованы. Мяч пересек линию, поэтому он судья дал свисток. 25 секунд. Решающие. Один гол отправляет команду в финал. Здесь не было нарушения. И здесь тоже чисто рановато. Игрок упал до того, как его соперник коснулся. Последняя атака. Здесь нарушение. Здесь желтый. За 6 секунд до финального свистка Интеррао будет исполнять штрафной удар. Один страхует, остальные добивания. Сам решил пробить игрок и практически в пустые ворота добить мяч не получается. Ну все, нас ждет серия пенальти, там забитые мячи будут однозначно. Три удара, а потом до первого промаха. Потом до первого промаха, два подряд. Через одного хотя бы, да. Я сказал, по три.
Итак, начинается серия пенальти. Три удара потом до первого промаха. Россети. Первый пенальти реализован. Габаритный вратарь Интеррау, поэтому будет пробовать угадать хотя бы угол, в который будет мяч отправляться. Пенальти Интеррау. Аккурат под перекладину. 1-1. Аккуратно установлен мяч. Точно на отметку. Вратарь угадал и отбивает удар. Ну что, сейчас все внимание на голкипера Россетей. Ударом. 1-1. Счет остается после двух пенальти. Ты слышишь меня или нет? Луников точен. Пенальти, который может стать решающим, если вратарь Россети его отражает. Очень точный удар. Ну все, теперь до первого промаха. Пенальти реализован. И снова под перекладину. Видно Интеррау. Тренировали пенальти. Вратарь был близок к тому, чтобы отбить. Очень аккуратно в девятку. Удар Россетей. Прямо по центру мяч отправлен. Лунигов, его удар. И это ошибочно.
победу своей команде и путевку в финал.